Мы внедрили также государственный портал услуг, госуслуг, предоставляемый государственными учреждениями центрального уровня. Это портал servici.gov.md. Он уже оперирует больше 3 лет, с мая 2012 года. На портале есть две части, информационная и интерактивная. В информационной части граждане могут найти паспорта, то есть детальная информация. Есть вся абсолютно детальная информация, кто предоставляет услугу, в какой период, какие документы первичные нужно принести, когда работает департамент, есть ли эта услуга в электронном формате и так далее. То есть на этот момент у нас 443 паспортов госуслуг, очень детальных, предоставляемыми учреждениями центральной госадминистрации. Также есть интерактивная компонента, на которой сейчас в портале вы найдете 105 электронных государственных услуг, предоставляемыми органами центральной власти. Мы ожидаем в следующей версии нашего портала интегрирования электронных услуг, предоставляемыми местными органами власти, а также паспорта детальные по услугам, которые предоставляются органами местной власти. С этой точки зрения мы сотрудничаем интенсивно с партнерами, которые работают с органами местной власти, и уже готовы 100 таких детальных паспортов, и обещаем интегрировать в наш портал, так как, начиная с 2016 года, портал будет иметь и модуль по услугам, предоставляемым органами местной власти.